церкви должно быть рабочих встречи, на которой шел процесс только начался. Мы его инициировали, которые вновь формируются. То есть все должны, только первая часть, но за это оплата услуг. Мы приветствуем решение тендерной комиссии Министериального комитета по привлечению эконометрического измерения одного из крупнейших измерителей на мировом пространстве, на мировом масштабе. Это Нильсон Атмосферы и ДГАЗ, у которых огромный мировой опыт в реализации эконометрических измерений в мире и очень солидная репутация. Интервью на протяжении многих лет работает в более чем 80 странах мира, и однако Кыргызстан стал первой страной, где интервью совместно с USAID поддерживает эконометрическую панель. Это происходит не случайно, дело в том, что Кыргызстан дает очень большие надежды в области свободы слова и является первой, единственной пока страной в Центральноазиатском регионе, которая полностью перешла на цифровой формат вещания. Это панель, которая внедряется, мы верим, что она позволит качественно улучшить рынок, повысить доходность телекомпаний и поможет телекомпании видеть свою аудиторию, понимать свою аудиторию, делать более качественный контент, таргетировать его более грамотно. А рекламным агентством и рекламодателям размещать свои продукты более эффективно. Мы понимаем, что внедрение пикометров – это, пожалуй, крупнейший проект для кыргызстанского медиарынка, и он требует такого же крупного масштабного объединения, консолидации и работы совместной. Поэтому мы желаем успехов проекту, желаем успехов Министериальному комитету и верим в то, что проект будет реализован максимально качественно, максимально прозрачно и с участием всех игроков на рынке. Bizi de şaşırtan ve çok hoşumuza giden bir ihale yapıldı. Kapalı zarflarla olan teklifler ertesi gün... Это был очень интересный тендер. Мы очень довольны результатами. С самого начала и до конца это был прозрачный тендер. Из всех участников тендера выбрали именно нас, так как мы предложили самую оптимальную сумму для реализации этого проекта. Çok şeffaf bir ihale yapıldı. Biz